Всем привет, с вами мистер Тетрадка, и посмотрите, в игре Кафе Симбочки вышло обновление. Про это обновление я узнала только сегодня, из нового ролика Симбочки. Ну, давайте сейчас посмотрим, что добавили. Обновление 2.0.0. Совершенно новый уровень, новый вид кафе, новый пользовательский интерфейс, новые предметы кастомизации с разными эффектами добавлены животные. Это что вообще такое? Изменена механика приготовления еды, изменена механика взаимодействия с аппаратами, многое другое в новой версии. Игроки, которые играют в настоящее время, потеряют прогресс прошлой игры, но взамен эти игроки получат уникальный подарок в игре. Для этого нужно просто обновить игру и начать играть. Так, ну что я понял, что вот эта игра, ей не все сверх на голову, все не пойми, что все поменялось. Тут даже, получается, сбросился процесс. Тут, можно сказать, это новая игра. Потому что, видите, тут даже аватарка поменялась. Раньше тут другая была. Видимо, здесь вообще это огромное обновление. Ну, оно и называется 2.0.0. Это круглое число. Так что, ну, понятно, что большим будет. Да и смотрите, 102 мегабайта. Как-то много. Так, ну... Из таких комментариев не сильно много здесь новых. Может, тут что-то еще уже будет? Самые сначала новые. Так, ну... Симба-смешарики? Что за бред? Ну, только... Ну, как-то... Сегодня уже еще не было ничего. Так, уже почти загрузилось обновление. Ну, короче, что добавили, тут все поменяли, тут всю механику изменили. Вот. Так, уже можно заходить. Так. Так, что это? Что это? А, вот все. Что это было сейчас? Пожаловать в новое кафе. Я собери деньги, посылай первый стол. Так, реально игра поменялась. А, вот деньги. Тебе нужен миксер. Загрузи круглый миксер и подожди. Так, я принесу заказ клиенту. Хорошо. Клиент доволен. Получи монетки от клиента за кассой. Так, что он уже сказал? Кафе Симба, кафе очень приятная атмосфера. Когда ты заработаешь, сможешь открыть еще много чего нового. Удачи, новый хозяин кафе. Так, ну теперь я сам. Вот это что? Тут всякий магазин. Донаты всякие. Тут можно за монетки менять. Отключить рекламу, но это 170 рублей, почти что. А это что за хрюшка? Ладно. Как вкусно пахнет мятой. Мало дают, я что-то не понимаю. Все по две монетки. Ну, давай быстрее. Ну что, вспомнила? Я сейчас не могу скоро будет новая еда. Ладно, сейчас мы... А, без меня уже начинаем. Это второй столик.
сейчас. Ого, навалили денег. Это, надеюсь, потише можно сделать? Так, насколько? Ладно, потише сделаю, вот так. Это идем, где тут язык есть? А, ну, получается, тут 4 или сколько языков есть. Ладно. Вот. Кстати, а что это за эффекты такие, когда он, получается, обрабатывает? О, как на вас выделает то. Подождите, это что? Родственники, точнее, это какие-то близнецы. О, мне хватает денег на что-то еще. Корова, какая-то корова, что это? Что это? А что она с ней делает? А, она может... А что с молоком делать? А, его тоже давать можно. Опять два одинаковых кота, это странно. Мы не можем сразу. Они не хотят пить молоко. А, я не понял, что это за копилка. Так, у нас три апельсина уже выросло еще. Еще же не готово. Так, ну... Честно говоря, я в эту игру, ну, маловато играл. Так что, в принципе, я мало чего замечу. Куда мне стрелка ведет? А, мне уж апельсин надо забрать. Чё я туплю? Я до сих пор не понял, для чего мне вот эта корова. Что она делает? Это что такое-то? Держи. Так, апельсины еще готовы. Расскажу про Симба кафе, нужно не только мне ему давать. Ладно. Вот. Надо. И что это? Я не понял, для чего нам молоко. Какая-то штука, нужно кормить корову апельсинами. Какая-то странная корова. За корову едят апельсины. Странная корова, что она апельсины есть. Ну, давай. И сюда надо. И что из этого у нас получится? Так, мне кому-то надо дать. Вот. А, тебе не нужно. Вот. Ладно. Это милкшейки, я так понял.
Кому-то из вас надо? Да ё-моё, никому не нужен. Ещё один милкшейк. Это нифига уже целая компания. Они просят 2 милкшейка и 2 апельсиновых сока. Будет сделано. Ну, конечно, им придется подольше ждать заказа. Ну а чё? Такой огромной компании собрались. Так что да, только мне непонятно, почему у нас тут двери нету. Они что, должны смотреть, как моя корова ест? Это странно. Так, всё. Не знаю. Ладно, нужно... Вообще... Это сюда. Это сюда. Тут ещё уже... Еще, ну, большая компания собралась. Ну, так, все, где целая гора. О, так, что-то еще можем. Еще мед. А что с этим медом делать? Пчела его тоже жрет. Да хватит тебе мучать уже. Непонятно, а почему здесь 4 из 5? Что мне потом с этой штукой делать? Так, мы сначала разберемся с этой компанией. Что вам надо? Кому-то из вас еще нужен? Я не укшейкнул. Чтобы они не оплатили. Кстати, некоторые дают по 2, некоторые вот по 3. Уже начал с 5, хотя и должно было быть 4. Возможно, это более щедрые люди мне дают. Мне одному пчелу там нужно отдать. Дать милкшейк. А где мой милкшейк? Ё-моё, он тут остался. Так, ещё одна компания большая собралась. Что вам надо? 2 апельсиновых сока и 1 милкшейк. О. О, а это что? Что это? Что это? Ладно, 35 монет, это что-то дорогое. Думаю, давайте попробуем посмотреть вот это что такое. Ну, чё? А чё с этим делать? Фу, какая-то фигня. Это где-то надо работать, короче. Свинья. Это странная свинья. Еще надо 2 вот апельсина. Будет пусть 3. Один. Второй.
Тут огромная компания, не освобождайся, они уже капец сколько чего хотят. Я немного не понял. Чего вот с вот этой штукой делать? Я понимаю, что ей надо, но... Что она с ней делает? Жри корова, короче. Ой, ладно. Это что за дом? Интересненько. Стоп. А эта штука не работает. Я не поняла. А как мне дальше тогда играть? Что мне делать с этим? Может, какой-то еще можно положить? Как с этим? Ну, не работает. А вот куда надо было. Блин, а что вы мне не сразу не показали? Зачем? Куда? Не пойми, куда положили. Зачем? Куда? Ну, понятно, что. Что будет, когда мы 35 монет? Это вход или будет, или что? А тут есть кошачья мята? Нет, никакой кошачьей мяты нету, и все. Чё? Так, вам... Типа, вам еще нужен... Получается... Побольше дали как-то. Так... Так, ладно. Ребята, что
что сказать. Первый левел мы прошли. Уже начали второй, но второй мы будем проходить в следующей серии. Так что всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. С вами был Мистер Тетрадка.